Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает, как дела? Тот говорит, ну вот как в полоску, черная и белая. Сейчас какая? Сейчас, говорит, черная. Проходит еще там полгода. Ну как дела? Да, знаю, в полоску. Сейчас-то какая? Сейчас, говорит, черная. Нет, тогда же была черная. Нет, выясняется, что тогда была белая. Вот у нас примерно такая ситуация. Вот есть у нас такой анекдот. Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк и морщится, говорит, клопами пахнет. Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит, коньячком попахивает. Так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов. У бывшего офицера, значит, сын приходит, да, к нему. Да, и он сына спрашивает, сынок, вот здесь вот у меня кортик был. Ты не видел кортик? Он говорит, пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки соседнего двора на часы. Он говорит, ну покажи. Посмотрел, часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь, добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут. Мы же с вами не хотим такого развития событий. Один олигарх разорился, не Авин, нет, у него все в порядке. У них все в порядке, да, мы сейчас с ним еще поговорим о развитии Альфа-групп. Но бывает такое. И с женой разговаривает, он ей говорит, знаешь, нам придется продать Мерседес, нам придется купить вот Ладу, ну нормально, придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве, нормально, нормально. Ну ты же меня будешь любить? Она говорит, буду очень любить и очень скучать. Молодого солдата спрашивают, если на тебя идут там, ну скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец. А если на тебя идут танки, я возьму, значит, гранатомет, буду защищаться. Молодец. А если вот самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит, господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии? Я вот хотел вас спросить, я что, один разве здесь на этой панели? По-моему, другие люди... Как вы относитесь к анекдотам о себе? Смотря какие анекдоты. Есть любимый? Нет, я их не помню. Что? Ну, ведь я запоминаю, что я ни одной книжки про себя не прочитал. А анекдоты уж точно не запоминаю.